Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на юбилее нашего дорогого Хадима Хамитовича. И именно сейчас хотели бы задать вопросы гостям и всем родным и близким нашего дорогого юбиляра. Давайте посмотрим, что они скажут про нашего именинника. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Муслим Магомаев. Том Круз. Уитни Хьюстон. Да, просто Том Круз без отчества. Лановой. Как вы думаете, кто в семье Хадима Хамитовича и Аиды Тате главный? Тетя Аида. Аида? Тетя Аида. Я думаю, тетя Аида. Кто сегодня меньше всего подарит денег? Айдар Канатик. Маскар Назаров. Я. Маскар Ахметович Назаров. Дима Шлыгин. Потом Коля Диченко. Вся семья, большая семья Алмазбековых. Какую песню поет Хадим Хамитович в душе? А я милого искала по походке. Он носит кепку на риман. Да, по-моему, так. Гульбагандам, аралайман мен. Про Алмату. Что бы ни случилось, я к милой приду. Волок-дук-дук-дук-ду, Волок-дук-ду. Сам я за ответом приду. Какие качества вы цените в нашем юбиляре? Лицемерие. Наверное, нечестность основная. Жадность. Алчность. Бесчестность. Сколько девушек было у Хадима Хамитовича до встречи с Аидой Тате? 40. Больше 30. Ну, я так думаю, минимум 50 и выше. Ну, минимум. Минимум 4. Если бы вам дали миллион, что бы вы подарили нашему дорогому юбиляру? Ну, наверное, если был бы подснежник, подснежник. Шарики. 1000 шариков. Мороженое. 1000 тенге отдал бы юбиляру. Как вы думаете, сколько сегодня Хадим Хамитович выпьет на своем празднике? Литр кока-колы. Коньяк 300 грамм. Сухое вино, ну, одна бутылка максимум. Две бутылки портвейна. Это у нас семейное. Что будет на праздничном столе сегодня? Сухари. Горошек заправляли майонезом и с хлебом, и с чаем. Колбаса, сосиски, шпроты. Бутерброды. Воблу с пивом. И пиво с воблом. Воблой. Сухари. Вы видите, в каком топовом месте мы сегодня отмечаем наш прекрасный юбилей Хадима Хамитовича. Как вы думаете, какой бюджет сегодняшнего мероприятия? 300 тысяч тенге. Ну, наверное, лимон. Тенге. Где-то 140-150 тысяч. 5 тысяч тенге. И все упадут. Что вы сегодня подарите? Да, конечно, ничего. Тортик. Да, бутылку хорошего. Да, коньяка пусть будет. Я скажу так, что подарил бы ему свою милость. Попробуйте описать Хадима Хамитовича одним словом. Наверное, порядочный. Добродушный. Самый лучший на земле дядя. Мой любимый, самый-самый лучший. Ну, настоящий человек. Честный. Что вы хотите пожелать нашему дорогому юбиляру? Здоровья. Увидеть еще правнучек, внуков вместе с Аидой. Радоваться. И, ну, что еще могу сказать? Пусть исполнится его внутренний свет желания. И по возможности еще раз нам сходить в горы, на те вершины, которые когда-то мы в молодости покоряли. Хадим Хамитович, с юбилеем. У вас все есть. Вы успели посадить, создать семью. Построить дом, родить
детей. Сейчас вы пожинаете любовь внуков. У вас все есть. Я бы хотел пожелать вам только здоровья, здоровья и здоровья. Будьте счастливы в кругу своей большой семьи. Дядь Хадим, дорогой наш любимый, вас сегодня не раз назовут родственники, ум, честь и совесть всей нашей родни, всей нашей эпохи. Я помню эти слова еще 20 лет назад, сказанные тетей Гулей Назаровой. Оставайтесь всегда таким же добрым, таким же честным, таким же принципиальным. Но самое главное – здоровья вам, долгих лет жизни, благополучия всем родным, всей большой вашей семье, внукам, ну и нам, всем присутствующим здесь в зале. Спасибо. Дядь Хадим, я вас очень сильно люблю. Мы с вами, вернее, я вас помню с самого детства, когда вы меня водили еще в зоопарк. Вы хотя это не поверите этому, но я на самом деле помню это, как будто бы было позавчера. Я вас очень сильно люблю. Я помню, когда вы приходили, когда я была совсем маленькая, когда мы жили на Гоголя. Так что вы мой самый любимый дядя, вы со мной всю жизнь, и я очень рада быть с вами, и тем более на таком мероприятии, как сегодня. Я вас очень сильно-сильно люблю. Итак, друзья, давайте поднимем бокалы за нашего дорогого Хадима Хамитовича, за то, чтобы все эти пожелания, которые прозвучали от наших дорогих родных и близких, также и друзей, чтобы они все сбылись. Друзья, все вместе, дружно, гип-гип, ура!